Друзья, всем привет, я Карина, спасибо большое, что зашли ко мне. Как вам мой новый фон? Напишите в комментариях, я сама его делала. Надеюсь, вам нравится и как-то так более-менее уютно. Сегодня будет очередная порция Фаберлика, косметику, которую я заказала по отзывам, не вашим, а по отзывам девочек, которые пишут на сайте Фаберлик, по хорошим отзывам. Решила рискнуть и попробовать. Будет кислота, вот реальная кислота. Сегодня, я думаю, интересная тема, потому что многие слышат о кислотах, особенно в холодное время года, да, чтобы как-то очистить свою кожу, привести в порядок за это холодное время и к лету иметь просто идеальный тон, идеальный рельеф и без всяких там пигментных пятен, без черных точек, просто идеальную. Поэтому сегодня, думаю, будет вам интересно. Продолжайте смотреть до конца. Первым делом, что я хочу отметить, это новая помада, которая на мне. Вы уже могли видеть ее неоднократно на моем влоговом канале во влогах. И для тех, кому интересна тема Фаберлик, у меня есть целый плейлист. Это, по-моему, уже 5-е видео, поэтому смотрите мои предыдущие заказы. И в одном из предыдущих заказов у меня была вот такая вот помада, называется она «Блистательный дебют», но в другом оттенке. Наконец-то я взяла себе потемнее, чему очень рада. Это лак для губ, если быть правильной. Оттенок 444. Все номера я оставлю тоже под видео, чтобы вам было удобно смотреть коды и вбивать их на сайт, если вдруг решите заказать. Этот оттенок просто идеальный. Чем мне нравится эта помада? Тем, что она так ложится на губы. То есть это не блеск. То есть что-то такое между помадой и обычным блеском. И вы знаете, это такая середина просто золотая. Я полюбила очень сильно. Единственное, когда ветер не годится, потому что волосы прилипают. По лицу не разносятся, но прилипают. Но это понятное и так дело, потому что она не матовая. Я вам поближе на руке покажу два оттенка. Первый я заказала более светлый. Конечно, он неплох тоже, но это больше на такую теплую погоду. Ну а вот этот вот 40-044, это идеальный цвет, просто на холодное время, да и на лето тоже подойдет. Просто он мне очень сильно понравился и нравится, как он на мне выглядит. Хочу отметить два огромных плюса. Первый плюс это то, что когда блеск сходит с губ, когда вы съедаете, да, остается такой слегка пигмент на губах, то есть не кусками сходит, а вот слегка буквально. И вы видите, что ваши губы все равно имеют какой-то оттенок, такой приятный, красивый оттенок. И можно домазать, докрасить, можно не докрашивать, это уже на ваше усмотрение. Я, в принципе, довольно долго времени хожу, могу на несколько часов ходить, и нормально он на мне держится. И второй плюс, это то, что упаковка всегда радует, когда берешь в руки. Я заметила по себе, каждый раз, когда беру эту помаду в руки, я всегда умиляюсь, поэтому упаковки я ставлю прям 11 из 10. Огромный плюс. Очень презентабельно, и не скажешь, что она стоит там 100 гривен. Оказывается, мамулька моя не наносит SPF, а SPF нужно наносить обязательно в любом возрасте, для того, чтобы не появлялись пигментные пятна, и вообще, чтобы кожа защищена была от солнца, даже в зимнее время. Поэтому я и заказала от Фаберлик попробовать такой крем. 30 SPF, крем для лица солнцезащитный. Честно, я вот серию защиты SPF от Фаберлик не пробовала. Единственное, что я хочу открыть, потому что я еще не открывала, понюхать, как он пахнет. И, ой, тут так красиво все запаковано. Смотрите, есть такая пломба даже пластиковая. Я думаю, вы понимаете, как она выглядит. Не знаю, видно ли на камере. Да простит меня мама. Хотела сделать, чтобы ей было приятно. А, тут нет фольги. Он сразу можно достать. Хочу консистенцию. Не слишком ли он жирный? Ой, пахнет приятно, вообще ненавязчиво. Свежий такой аромат. Консистенция, конечно, жирноватая, но где-то средняя жирность. В принципе, будет хорошо питать еще кожу лица. Я брала специально для лица. Он, кстати, очень быстро впитывается в кожу, не липнет. Это большой плюс. И так как моя мама не использует тональник, представляете, она наносит только пудру, и то слегка. И мне кажется, что на этот кремик, ой, сейчас вообще он даже не чувствуется, не ощущается, что я его наносила. Это очень круто. Вот хорошо ложится пудра. Ну, дам, пусть попробует. Заставлю ее наносить каждый день перед выходом, если будут куда-то идти гулять или вообще на улицу выходить, для увлажнения, питания и плюс защиты от солнца. Вот этот вот продукт меня очень заинтересовал, потому что отзывы были хорошие. И так как у меня нет тоника до сих пор, я решила на Фаберлике заказать абсорбирующий тоник для лица, очищения и матирования. Что он делает? Он матирует и тонизирует кожу, сужает поры,
удаляет избытки жира, увлажняет кожу, увеличивает эффективность последующего ухода. Не содержит спирта, это очень важно, потому что если спирт есть, уже кожа будет пересушена и будет даже высыпание появляться. Поэтому я, если честно, его так полностью еще не попробовала, не протестировала, наносила всего лишь где-то примерно 3 раза, но тоник как тоник, да, это нужно какой-то курс пройти, хотя бы месяц ему каждый день утром и вечером наносить, пользоваться. Потом уже во влоге подробнее вам расскажу, но уже хорошо, что я купила тоник, вообще тоник, неважно, фабрилик, не фабрилик, но вот тоник у меня появился, буду им пользоваться. Почему я сейчас им не пользуюсь? Потому что у меня есть 2 продукта, которые я тестирую на протяжении уже, в принципе, долгого времени, как только приехал ко мне этот заказ, ну, может, несколько недель. Это продукты с кислотами. Здесь идет тоже такой вот лосьон и кремчик. Эта парочка, она вместе хорошо работает, по отдельности so-so. Плюс она была по акции, там за 2 продукта 200 с чем-то гривен, по-моему, я заплатила. Точно не скажу, каждый раз разные цены, акции, есть какие-то продукты, в каталоге тоже можно посмотреть. Что это за лосьон? Это обновляющий ночной лосьон с АХА-кислотами. И здесь 4 эффекта. После данной процедуры он обновляет клетки кожи, осветляет и выравнивает тон кожи, разглаживает мелкие морщинки, восстанавливает гидробаланс кожи. И здесь комбинация 2% гликолевой кислоты и 0,8% молочной кислоты. Обладает отшелушивающим действием, ускоряет процесс обновления эпидермиса. Есть энзимы гранаты, лактобактерий, восстанавливают работу микробиома кожи. И как результат, рельеф кожи становится более гладким, а цвет лица здоровым и сияющим. Он подходит для всех типов кожи. Жирная, комбинированная, сухая, неважно. Но если чувствительная, там немножко по-другому нужно его использовать по времени. И эта парочка, я просто прочитала хорошие отзывы разных возрастов. И в возрасте женщины писали, и молодые девушки писали, что просто бомба, а не продукты, и я повелась, купила. После нанесения этого тоника я почувствовала на коже такое тонизирование, освежающий эффект. В принципе, я могу подтвердить то, что шелушения, они убираются, то есть вы как будто их снимаете с помощью ватного диска, как так он работает. Если использовать курс, я думаю, что эффект будет просто идеальный. У меня и так сейчас кожа в очень хорошем состоянии. Она, конечно, была и до этих продуктов в хорошем состоянии. Я очень боялась, что если я начну вот наносить, да, что-то может появиться, тогда это будет точно видно, что это от этих продуктов. Ничего не появилось, никаких высыпаний, никаких раздражений. После этого лосьона я наношу вот такой вот ночной крем, и реально это работает в паре очень хорошо. Раздельно не пробовала, но мне кажется, что они все равно дополняют друг друга, тем более на каждой упаковке написано, что в паре это просто идеальный вариант. И что этот крем делает? Кстати, они все шли в таких картонных упаковках, я вам так тоже прочитаю, чтобы вы понимали, для чего он нужен. 4 эффекта в одной процедуре. Поддерживание упругости и тонуса кожи, осветление, выравнивание тона кожи, разглаживание мелких морщин, здоровое сияние кожи и молодой вид. Здесь тоже 2% гликолевой кислоты, энзимов, граната и лактобактерий. Восстанавливает гидробаланс и работу микробиома кожи для всех типов кожи. И по поводу курса. Советы по применению. Курс по умолчанию рассчитан на 2 месяца каждый день. Потом, если кожа тонкая или чувствительная у вас, рекомендуется сократить курс до 1 месяца. Если кожа жирная, пористая, грубая, продлить курс до 3 месяцев. И поддерживающий уход 1-3 раза в неделю. Также здесь указано, что при применении средства допустимо легкое пощипывание. Честно скажу, не было никакого пощипывания, вообще никакого дискомфорта. Ну и, конечно, на раздраженную кожу, если какие-то высыпания, лучше эти продукты не использовать. Я понимаю это так. Это кислотный пилинг, только в домашних условиях. Есть у косметолога такая процедура, кислотный пилинг. Я один раз была, я вам скажу, что это очень похоже. Вы когда наносите, у вас кожа становится очищенная, как будто вы еще и мало того, что какими-то с пилингами, скатками прошли, так еще и до нанесения у вас был какой-то курс процедур на лице. После нанесения этих продуктов ваша кожа очень сильно сияет. Такое ощущение, как будто вы нанесли какую-то ночную маску или же вот просто намазали себя хайлайтером. Гладенькая, рельеф, он как-то выровнялся сразу под этими продуктами, потому что кремик, он, кстати, такой плотненький, но он хорошо впитывается. Но когда вы просыпаетесь на утро, этого блеска нет, у вас кожа матовая, то есть за ночь уже какой-то процесс регенерации прошел, даже рельеф выравнивается. И ну, это еще я курс не прошла. То, что я могу вам сказать о своих впечатлениях, ощущениях, когда я просыпаюсь утром. Кожа ровного тона,
кожа не такая рельефная, нет шелушений. И что для меня очень важно, я обратила внимание, что очищает поры. Я не знаю, скорее всего, что, конечно, после курса использования поры будут еще больше чище, кожа еще будет лучше выглядеть. Я обрадовалась, когда нанесла, несколько дней наносила эти продукты, и никаких негативных действий с моим лицом не было. То есть никаких высыпаний, никакого раздражения, ничего не жгло, не пекло, потому что здесь все-таки кислоты, и я ходила к косметологу, наносила, да, так вот дома кислоты особо так сильно, и каждый день я так не использовала именно в таком процентном соотношении. Поэтому посмотрим, я обязательно расскажу о своих впечатлениях уже во влоге, как мне эти продукты добью. Как видите, я вот уже столько использовала. Но состояние моей кожи, конечно, улучшается с каждым днем все больше и больше в лучшую сторону, чему я очень рада. Поэтому, девочки, я вам рекомендую, вы сами там уже думаете себе, нужно вам это или нет, вы просто почитайте отзывы. Не на сайте Фаберлик, почитайте вообще вот у людей, поспрашивайте, кто там Фаберликом занимается или любит сильно, заказы делает. Поспрашивайте по поводу этих продуктов. У них просто есть, ну, на разный возраст. Я много слышала именно про эти продукты от разных возрастов людей, отзывы хорошие. Но у них также есть еще серия «Молодость и упругость кожи». Она вот такая вот. И также у них есть еще борьба с пигментацией. Вот если вы страдаете пигментацией, здесь, кстати, в этих продуктах еще и SPF есть. Это уже синяя версия. На вот эти продукты, которые я вам показывала, они, знаете, не 2 копейки стоят. Любой за 265 гривен сейчас по акции. Любой продукт за 265 гривен. Но более точнее, это уже на самом сайте вы сможете увидеть. Конечно, если вы зарегистрированы, то вам будет дешевле там процентов нормально, так скидочка. Вот такие дела, девочки. Следующее, что я заказала, это уже по бонусам. Там начисляют, когда я делаю определенный заказ на определенную сумму, мне начисляют бонусы за заказы. И гель для душа называется «Океаны Кейптауна». Думала, мне аромат не понравится, но аромат бомбический. Он немножко похож на мужской, он такой свежий. Ну, как знаете, аромат океана добавляют разные освежители воздуха. И, конечно же, классика жанра – это просто пополнение на кухню. Для мытья посуды средства концентрированное, лимон и мята. Прям любовь-любовь. Одну я сейчас к маме, а другую я уже начала. И нужно разобрать, где я начала, чтобы маме новенькую отдать. Вот это вот новое. И, девчонки, у меня есть к вам вопрос. У меня в Инстаграме девочки спрашивали. Просто напишите в комментариях. Я скрин сделаю, отправлю. Продукты от Фаберлик, которые борются с акне. Есть такая вот молодежная серия. Напишите, пожалуйста, кто пробовал, как вам. Реально борется или нет? Очень интересно почитать будет мне. И я заодно отправлю девочкам, которые спрашивали. Сейчас пытаюсь найти в каталоге. И думаю, все поняли, о чем я говорю. Буду благодарна. Всем большое спасибо за просмотр. На этом видео буду заканчивать. Большое спасибо, что вы ко мне зашли. Ставьте лайк, если нравится тема обзоров Фаберлик. Пишите в комментариях ваши покупки. Я знаю, что вы заказываете. Я все вижу. Всех крепко обнимаю. Всем до скорых видео. Пока!